монетку. Номер седьмой. Ярослав Юдин. Удар. Нет, здесь Тимурка. Вот пошла подача. И неплохая подача. И вот здесь неудачная скидка. Пас на Нуретдинова. Еще один пас. А это уже получился даже удар по воротам. И вот сейчас это удар по воротам. Ух ты, ух ты, какой удар почти с центра поля. Владимир Мичев. Хотя посмотрим по одному после первого удара статистики. Ох, какая тонкая передача. Удар, и это штанга, но мяч остается в поле. Добегает у нас до мяча Алиев. Еще одна передача. Пас вдоль ворот. Права Нуретдинов. Убирает мяч под правую, проходит по правому флангу и бьет в ближний угол. Разыгрывает Нуретдинов со своим партнером. Подача, да что же у Клевера все время мяч в ворота залетит. Никакой тренируется. То есть все. А вот хорошая резаная передача. И все-таки, ну, как такое может быть? Савельев. Ну уж очень красиво, но мяч-то доходит до победителя. Закарян, подача. И через себя, и прекрасно. Ах, хорошо. Пошел в лицевую. И еще один опаснейший момент. Это уже Юдин был. Нуретдинов. Нет, разыгрывает. И тоже неплохо. И прекрасный удар по такой уходящей от вратаря траектории. Но я до сих пор восхищен. Что? Первый тайм окончен. Первая замена. Я и предполагал. Нет, Максимов и Нуретдинов. Нуретдинов бьет! И все-таки это 1-0. Нам показывают повтор. Разбегается Клевер Нуретдинов. В обвод стенки и от углового фланга, так точнее. Подача. Нет, здесь снова защитники. Защитники у КФУ. А вот здесь нарушение правил и по пенальти. Молодец, Владимир. Нет, было там нарушение правил. Давайте посмотрим. Вот он. Первый на мяче, и уже он в штрафной площади. Еще итак, раз. Максим Савельев или Олег Прокушев. Разбег. Удар. И, в общем-то, угадал. Был близок Олег Прокушев к тому, чтобы отразить этот мяч. По левому флангу. Свободная зона. Уходит он влево. Проходит. Дальше. И что творит-то Крайков? Боже мой! Что творит сегодня Тимур Крайков? Ну как такое может быть? Даром просто катастрофа. А вот сейчас может быть очень опасно, но там Крайков. КФУ. Все, Александр Крюков дает финальный свисток.